Eurosport 2, the new generation sports channel. И вот что есть у меня сказать вам, уважаемые. Технический тайм-аут у нас почему? Потому что сборная России набрала 16 очко. А это значит, что поторопились японские графики, и режиссер тоже совершенно зря не дал нам замедленный повтор подачи Елены Годиной. Очко там.